Недавно представленный Honor V30 Pro сегодня уже доступен для предзаказа в России. Первые партии смартфона будут предлагаться через официальный российский интернет-магазин Honor. 3, 10 и 17 марта пройдут специальные дни продаж в 11:00 по московскому времени. И продлятся они до того времени, пока смартфоны будут в наличии. Традиционно первым покупателям предлагают подарки. 3 марта за покупку смартфона можно получить смарт-часы Honor Magic Watch 2 в версии 46 мм. Отдельно они продаются сейчас по цене 12 990 рублей. За подписку на странице Honor V30 Pro в период с 26 февраля по 3 марта можно получить специальный купон. Смарт будет доступен в синем и черном цвете по рекомендованной цене 36 990 рублей. И микроновость по поводу долгожданного обновления EMUI 10. Оно пришло на смартфон Huawei Nova 5 Pro. А для смартфонов Huawei P20 и Huawei Mate 10 компания пообещала выпустить глобальное обновление уже весной. В ответ на вопрос пользователя в Твиттере немецкое подразделение Huawei Mobile подтвердило: обновлению быть. Что совсем не удивительно, так как недавно в России даже обновился Honor 8X.